Национ зылон информацион фарашты бонасы аж фыца хадж баракэнзышты сагат ерештоны. Уйтыхайфе кушынко той республика ишарглавак битарты Вячеслав, ама зылон информацион фарашты ражам унжиты фен болды. Ахам каппариш ражынд сагат ерештоны журналисты садиши шардар кошаты Тимурма. Кутфа баракот тафтамай национ зылон информацион фарашты бон баракэнэнз шазажы дыргы хушар ерештоны. Штышанайко той ерештоны фыца гажет рухшы бонфет да уима. Самай завжуқа ударахам барак боншны шанканой, штайя кут хушар авта сагаты дар бараканой, уйтыхайн хашко той медиа север юг жағга конференции дар. Республика Ишарлауа гусы кудай фарш рахасыд. Кошаты Тимурма бахаты самай республиконама муниципалон гажетті шайрак редактор таштай шахадивджиты дар, банымайвай паца хадон кана муниципалон кушчитыл. Осы кутагыл нартака кушынц федералуным важадыл. Битарты Вячеслав нывш баварта, асы фарштама ехадаг Спасибо. День единения журналистов юга и севера, конечно же, установили. И со своей стороны полностью поддержу эту идею и давайте его реализуем. Что касается другого вопроса, то если сегодня это не решается органами власти республики, ввиду каких-то юридических проблем, может быть, парламент разработал законодательную инициативу и на федеральном уровне через наших депутатов Государственной Думы рассматривали этот вопрос.